Биткоин упал до 30 тысяч долларов. Запретит ли ЕС анонимные кошельки? Колоссальный рой отшиб. Вы смотрите криптоновости в партнерстве с Дукоскопи. За неделю стоимость первой криптовалюты опустилась на 7%. Утром 20 июля курс биткоина на криптобирже Binance впервые с 22 июня упал ниже 30 тысяч долларов. Последняя волна снижения биткоина началась после того, как в июне 4 китайские провинции запретили добычу криптовалюты, а банкам и другим финансовым организациям КНР предписали не участвовать в операциях, связанных с цифровыми активами. Прошедшее воскресенье сложность майнинга биткоина снизилась до минимума с января 2020 года в 13,67 триллиона хэшей. С середины мая, когда сложность сети достигла исторического максимума в 25,5, падение достигло 45%. Европейская комиссия планирует запретить анонимные кошельки. Инициатива направлена на то, чтобы заставить поставщиков услуг собирать данные о тех, кто переводит криптовалюты. Это часть мер комиссии по борьбе с финансированием терроризма и отмыванием денег. В предложении проект, которого был первоначально представлен ранее в этом месяце, говорилось, что анонимность криптовалют дает возможность неправомерного использования криптовалютных транзакций в преступных целях. В своем заявлении комиссия утверждает, что недавно предложенный закон сделает биткоин и другие криптовалюты полностью отслеживаемыми. 15 июля PayPal объявил, что увеличивает лимит на покупку криптовалюты до 100 тысяч долларов в неделю для пользователей из США. Фирма онлайн-платежей открыла свои криптосервисы для широкой публики в ноябре прошлого года с недельным лимитом в 20 тысяч долларов. В настоящее время клиенты могут покупать, продавать и хранить биткоины, биткоин кэш, эфириум или лайткоин на платформе. Они также могут использовать указанные валюты для оплаты товаров и услуг. За второй квартал 2021 года монета MEM Shiba Inu вдохновила обновленная Dogecoin показала впечатляющий результат. Согласно квартальному отчету CoinGecko, за этот период криптовалюта показала колоссальную доходность. Несмотря на то, что SHIB не входит в топ-5 криптовалют, по итогам квартала она превзошла Doge. Также в отчете указывается, что 10 мая стоимость SHIB достигла рекордно высокого уровня. Два дня спустя, 12 мая, Виталик Бутерин пожертвовал более 50 триллионов SHIB в фонд помощи Индии в связи с пандемией COVID. Тогда их стоимость составляла примерно 1 миллиард долларов. Это были все новости на сегодня. Спасибо вам за просмотр. А также не забывайте подписываться на нас в других социальных сетях.